конфеты. Пять конфеты. Пойдем, Лев. А вдруг она пугает? Пойдем. Только удовольствие. Он будет кругом все рыть. Вот он роет очень много, примерно яму диаметром метр на метр, он может вырыть менее чем за 5 минут. Первое время у него будет так называемая акклиматизация, он должен настроить свои биологические часы, потому что днем он обычно спит, а вечером выходит на охоту. Угу. За ночь он примерно проходит в воле около 30 километров. А как он с лемурами уживается, они его не обижают? Нет, это очень мирные животные, что и трубкозуб, что и лемуры.